на ремонте вот такой фен Scarlett. Нет точного названия. Модель ST1078. Думаю, что не будет видно здесь. Значит, какой диагноз? Не крутится вентилятор, хотя когда включаешь, оттуда тепло идет, то есть сам ТЭН еще рабочий. Вентилятор не заклинил, можно двигать, лопасть крутится, но не работает. Скорее всего, что-то с электродвигателем или с контактом. Будем сейчас смотреть. Чтобы открутить, нужно открутить два винта сначала вот здесь. Но они заглушены такими резиновыми заглушечками. Нужно поддеть чем-то таким. Я взял шило и шилом поддеваю. И тут треугольник, именно такой трехгранная звездочка. Откручиваем и разбираем. Не нашел я именно такую трехгранную звездочку, ну, подобрал такую плоскую отверточку, которая бы там зацепилась и открутилась. Открутил я эти два винта, теперь откручу, снимаем. И все, вот доступ к механизму есть. Сейчас будем смотреть, уже ремонтировался фен, потому что здесь проводок просто прикручен, намотан на контакт. И будем сейчас смотреть, возможно, где-то уже отпал контакт. Ну или будем смотреть на сам вентилятор. Ну что же, разобрался я и хочу показать. Значит, здесь питание, ну как у всех в принципе, после вот такой спирали идет. Значит, спираль уменьшает напряжение до 18 вольт обычно. Не могу сейчас сказать вам точно, не снимается, но около 18 вольт здесь электродвигатель стоит. И вот после этого стоит диодный мостик, отсюда запитывается, видите, скручено два диода. Ух ты, не знаю, видно. Ну вот, от этого контакта два диода на диодный мост. И с обратной стороны еще два диода на диодный мост, но отломался. Здесь вот было припаяно на вот этот контакт, этот диодный мостик. Нужно просто припаять и будет работать. Ну, параллельно я сейчас возьму, проверю все сами диоды этого диодного моста. Ну и подпаяю, и думаю, что на этом ремонт будет закончен. Что же, я все подправил, все провода, которые там были, просто на скруточках подпаял, но это как бы на скорость не влияет. И все, теперь фен во всех режимах работает, температура 103 режима тоже работает, меньше, средняя и большая. В общем-то, фен отремонтирован, идет своему клиенту. Подписывайтесь на канал и сможете увидеть, как можно самостоятельно решать трудности с бытовой техникой и различным электроинструментом.